Добрый день, дорогие друзья! Сегодня мы отмечаем замечательный праздник – День защитника Отечества. 23 февраля тысячи воинов, солдаты и старшины, офицеры и генералы празднуют этот праздник, вспоминая о службе ратной, о том возвышенном и прекрасном, тяжелом и горьком, что связано с ним, о живых и погибших, о надежных и верных друзьях. Мы поздравляем всех военнослужащих российской армии, солдат и офицеров, особенно тех, кто сейчас защищает Донбасс и Луганск, Херсонскую и Запорожскую области. Мы ценим ваше мужество и стойкость, уважаем вас за то, что своим ежедневным геройским трудом освобождаете исконно русские земли от украинских нацистов. Спасибо, ребята, за то, что вы есть. Для вас что главнее? Солдатская честь. Спасибо, что встали по первому зову страны. Отечество – славные сыны. Наш подарок для вас – праздничный концерт. Защитникам Донбасса посвящается ансамбля «Заботушка», отделение дневного пребывания для граждан пожилого возраста и инвалидов, государственного казенного учреждения социальной защиты населения по Зубово-Полянскому району Республики Мордовия. Художественный руководитель Раиса Балденева, аккомпаниатор, заслуженный работник культуры Республики Мордовия Вячеслав Криволапов. Вадим Цыганов, это родина моя, исполняет ансамбль «Заботушка». Бумаги внимая. Ты стоишь пред ним, какая есть, тоненькая, русская, прямая. Это все не снится, все всерьез. Вот оно надвинулось, родная. Глухо начинается допрос. Отвечай, я ничего не знаю. Вот и все. Вот это мой конец. И конец. Еще придется круто. Это все враги, а я боец. Вот и наступила та минута. Отвечай, не то тебе капут. Он подходит к ней походкой пьяной. Кто ты есть? И как тебя зовут? Отвечай. Меня зовут Татьяной.
Стала ты под пытками, Татьяна, онемела, замерла без слез. Босиком в одной рубашке рваной Зою выгоняли на мороз. И своей летающей походкой шла она под окриком врага. Тень ее, очерченная четко, падала на лунные снега. Это было все на самом деле. И она была одна, без нас. Где мы были? В комнате сидели. Как могли дышать мы в этот час? На одной земле, под тем же светом, по другую сторону черты. Что-то есть чудовищное в этом. Зоя, это ты? Богом спрошена.
на Русь святую. Как изверги природа терпит вас. Цена вам туалетная бумага. В угаре пьяном разбудив Донбасс, найдете свой конец на дне оврага. А вашей сути прозревает мир. Вас не хозяев привлекут к ответу. Людей их судьбы превратили в тир, вам разделить придется участь эту. Свидетели убийцам не нужны. Вы, мерзкие прислужники тем более, и кукловоды дьявольской войны вас, словно мусор, закопают в поле. Вы не живете, вы идете в ад. Сколько горя пресна, война слепая, днем и ночью снаряды не смолкая. Сколько могут плакать дети Украины, ты пожаришь обгоревшие мины. Мы же вместе лишь одной семьей жили, пели песни на равнинах лет растили. Эту землю защищали мы когда-то, а теперь пошел войной брат на брата. Мир на планете зависит от нас. Остановитесь, если в крови утопает вас, мы не чужие. Это ведь наша с тобой земля, мертвые дочери и сыновья. С неба живыми глазами глядят и в души кричат. Нужно присмотреться, может, чем-то сердце счастью скрыто дышать.